Сегодня мы с вами сделаем зефир очень необычный. Из того фрукта, который считается, что из него невозможно сделать зефир, потому что он содержит энзимы, которые разрушают агар-агар и белок яйца. А также он очень кислый и поэтому тоже разрушает агар-агар. Но я всегда говорю, что ничего невозможного нет. Нужно только найти правильный подход. Поэтому сегодня мы с вами приготовим зефир из киви. Этот рецепт уникальный, и в нем не будет ни одного грамма яблочного пюре. Зефир будем готовить по классической технологии. Дорогие друзья, меня зовут Пульхерия. Вы на канале «Записки пользователя» или «Вы гениальны»? На моем канале много интересных и разнообразных рецептов. Друзья, если вам нравится подобный контент, оформите подписку, поставьте лайк, расскажите о канале своим друзьям и сделайте репост этого видео, разместите его в социальных сетях. Все это способствует продвижению видео, а меня как автора стимулирует на создание нового интересного для вас контента, и видео будет выходить намного чаще. Для приготовления этого зефира нам понадобится киви. 320 граммов. Из него надо получить 250 граммов пюре из киви. Немного позже я вам покажу, как это сделать. Понадобится нам агар-агар. 12 граммов агар силы 900. Белки яиц. Вес белков яиц 86-90 граммов. Это 3 белка яиц первой категории. 2 порции сахара. Одна порция на 150 граммов, она пойдет. Белки яиц. Другая порция на 300 граммов, она пойдет для приготовления сахарно-агарового сиропа. Кроме этого, нам понадобится пектин 10 граммов. Я сейчас имею в виду желтый пектин, который свободно продается в супермаркетах. Также нам понадобится щепотка соли. Как я уже предварительно говорила, киви является самым непригодным фруктом для приготовления зефира, поскольку содержит энзимы, разрушающие белок яйца и агар-агар. Поэтому мы с вами должны денатурировать, разрушить энзимы. И для этого нам необходима термическая обработка. Я буду делать двойную термическую обработку. Киви очищаем от кожуры. И нарезаем киви на кусочки. Порезанные киви пробиваем блендером. Киви мы превратили в пюре и теперь перекладываем в емкость, закрываем ее крышкой и отправляем на 12 часов в морозильную камеру. Прошло 12 часов, киви выньте из морозильной камеры и переложите в кастрюлю. Приступаем к приготовлению зефира. Пектин. Добавляем столовую ложку сахара, беря ее из порции 150 граммов. И тщательно перемешиваем с пектином. Пюре из киви мы ставим на плиту и нагреваем до 40 градусов Цельсия. Я не пользуюсь в этом случае термометром, это просто немного теплее руки. Пектин мы добавляем в пюре из киви для того, чтобы нейтрализовать частично кислую среду. И кроме этого, пектин вступит в реакцию с кислотой и сделает пюре из киви более густым, и мы сможем его успешно взбить. Нагрели до 40 градусов и всыпаем дождиком, струйкой пектин и тщательно размешиваем. Затем доводим его до кипения и провариваем ровно 1 минуту. И снимаем. Пюре из киви мы проварили 1 минуту. И теперь мы убираем его на 15 минут в морозильную камеру. Мы его не замораживаем, мы просто его охлаждаем. И сейчас займемся подготовкой инвентаря. Возьмите поднос или противень, положите на него лист пергаментной бумаги и нарисуйте круги. Это контуры вашего будущего зефира. Кроме этого, нам понадобится кондитерский мешок большого размера, плотного материала. Нужна нам насадка, звезда, допустим, 1B, 1M и так далее. Кроме этого, нам потребуется стакан, который надо поставить в кондитерский мешок с насадкой. Пюре из киви охладилось. Теперь варим сахарно-агаровый сироп. В кастрюлю с толстым дном добавляем 170 мл воды
и весь агар-агар и ставим на плиту. Агар непрерывно размешиваем и ждем образования геля. Агар превратился в гель, и теперь мы добавляем порцию сахара из 300 граммов. Тщательно все размешиваем и далее непрерывно мешаем. Включать миксер мы будем тогда, когда у нас закипит агаровый сироп с сахаром. Сахарно-агаровый сироп закипел, и теперь мы можем включить миксер. Сироп мы продолжаем варить, непрерывно мешаем, а нагрев уменьшаем на средний или ниже среднего. В дежу миксера мы добавляем белки яиц, порцию сахара из 150 граммов, щепотку соли и по желанию вы можете добавить ванилин. А теперь мы добавляем пюре из киви и ставим все взбиваться. Белки яиц и пюре из кивы мы взбиваем до полного побеления и устойчивого состояния. Вы должны перевернуть чашу взбитой массы, и масса у вас не должна выпадать. Сахарно-агаровый сироп мы варим до температуры 110 градусов Цельсия. Весь процесс мы непрерывно его мешаем. При достижении температуры 110 градусов Цельсия сахарно-агаровый сироп мы заливаем белки яиц с киви, которые в это время уже находятся в устойчивом взбитом состоянии, но продолжает взбиваться на скорости 2/3 от максимальной. Мы достигли температуры 110 градусов Цельсия. И теперь сироп сахара с агаром заливаем в белковую массу с киви. Заливаем тонкой струйкой, стараясь не попадать на венчик. После того, как мы залили весь сахарно-агаровый сироп, миксер включаем на полную скорость. И взбиваем до охлаждения чаши миксера примерно до температуры 45-50 градусов Цельсия. Зефир готов к отсадке. Перекладываем его в кондитерский мешок. Я зефир окрасила пищевым красителем. Делать это не обязательно. Теперь отсаживаем зефир. Я буду его отсаживать в форме вот таких вот пирамидок. Но можно отсадить и классическим способом в форме завитков. Друзья мои, посмотрите, какая получилась красота. Можно, конечно, отсаживать классической формой. А можно с ней поиграть. И еще нестабильный зефир можно посыпать различной посыпкой. Посмотрите, как эффектно получается. Ну а теперь отсаженный зефир отправляем на стабилизацию от 6 до 12 часов. Время стабилизации полностью зависит от температуры окружающей среды и от влажности. Встретимся позже, друзья. Друзья, у меня зефир стабилизировался ночь, и теперь он уже полностью готов. Я зефир сахарной пудрой не посыпаю, поскольку я не собираюсь его долго хранить. Вы можете обвалять зефир в сахарной пудре, но это надо делать не раньше, чем через 24 часа после отсадки зефира. Именно в течение этого времени происходит полное распределение влаги по зефиру. В противном случае у вас может образоваться на зефире сахарный панцирь. Друзья, мы с вами приготовили уникальный зефир из киви. И причем в нем содержится 100% киви и ни одного грамма яблочного пюре. Мы с вами опровергли известное заблуждение, что зефир из киви приготовить невозможно. Зефир из киви обладает превосходным вкусом, умеренно сладкий и, что очень важно, сохраняет вкус киви. Зефир обладает очень нежной, но в то же время упругой консистенцией. Структура зефира очень похожа на суфле, нежная, легкая, воздушная, как облачко, и буквально тающее во рту. Я вам советую приготовить этот прекрасный, удивительно вкусный зефир. Готовьте с удовольствием, друзья. Приятного аппетита. Помните, что вы гениальны, поэтому у вас все получится. Друзья, все виды зефира у меня собраны в плейлист «Зефир». Все зефиры очень вкусные. Обязательно посмотрите. Я думаю, что каждый из вас найдет там зефир по своему вкусу, который для него станет фаворитом. Я человек, как вы понимаете, очень избалованный вкусами различных видов зефира. Но особенно я вам советую приготовить банановый зефир. Ссылку на него вы сейчас видите. А также мандариновый зефир, который готовится из джема. Обязательно приготовьте и поделитесь в комментариях, насколько вам понравились эти зефиры. Стали ли они вашими фаворитами?
Кроме тех видов зефира, что у меня есть в плейлисте, у меня снято еще 17 видов зефира. Но все это требует времени для монтажа и издания. А канал не имеет монетизации. Поэтому, друзья, мне нужна ваша поддержка. Канал существует только благодаря вашей поддержке. Не забывайте ставить лайки, рассказывайте о канале своим друзьям и делайте репосты этого видео, размещайте их в социальных сетях. С вами была Пульхерия. До новых встреч. Встретимся в новом видео. Пока-пока.